Алло, вы меня слышите? Алло? Королева драмы. Посмотри, ты должна знать, что Фан Юньтин бабник. Я просто был неправ. Мое сердце принадлежит только тебе. Верь мне. Ты изменил мне за 3 месяца до свадьбы. Верить тебе? Твой рекорд побили. Теперь ты слабее. Мисс, могу я позвонить вашему парню? Не можете. Где мой отпечаток? Где вы живете? Позвольте вас подвести. Мой парень, которого я любила 10 лет, изменял мне! Я не хочу домой. Алло? Господин Мо заказал звонок, чтобы разбудить вас. Это кабинет директора Сюй. Директор Сюй? Она отвечает за решение данного вопроса. Почему до сих пор не пришла? Наш новый вице-президент ждет тебя с докладом. Извините, я опоздала. Здравствуйте, директор Сюй. Здравствуйте. Вы кажетесь мне знакомой. Вы ошиблись. Не забудьте заплатить за номер в отеле. Надеюсь, вы сможете забыть о случившемся. Забыть что? То, что не стоит помнить. У вас уши горят. Убери руку. Но в ту ночь ты от меня не убрала. У всех есть номерки. Мы выберем 2 счастливчиков, которые станут парой вечера. Номер 99 и номер 17. Здесь! Ты спятила? Позвольте сниму маску. Спасибо, господин Мо. Вы довольны? Конечно. Как отблагодарите? Но с меня ужин. Хорошо. Тебе почти 30, и не веди себя как ребенок. Тебе нужно понять себя взглянуть с лучшей стороны. Но вы вместе уже 10 лет, почему не хочешь замуж? Вы снова сошлись? Я просто хочу попробовать еще раз. Директор Сюй, похоже, не хочет меня видеть. Что ты здесь делаешь? Господин Мо, Сюй Цинью, моя невеста. Похоже, директор Сюй довольно хорошо переживает. Плохие моменты. Жизнь состоит из бесчисленных случайностей. Живите долго и счастливо. Спасибо. Что у тебя с ногой? Я могу сама. Алло, Юньси? Спасибо, мой парень. Заедет за мной. Можешь идти. Где твой парень? Он забыл про тебя? Я не очень хороший водитель. У тебя есть права? Так удобнее смотреть на меня. Я смотрю на машины позади. Здесь видно машину? Она проехала.
создавайте ненужных проблем. Думаешь, я принесу еще больше неприятностей? Теперь не боишься неприятностей? Это моя работа. Какое это имеет отношение ко мне? Господин Мо. Что ты готова сделать, чтобы получить мою помощь? Мне повезло, что я с Юни. Какие у вас предпочтения в девушках? Тебе не смешно себя обманывать? Ты же не думаешь, что сможешь собрать разбитое зеркало? Это мое дело. Тебе приятно заставлять себя? О чем ты говоришь? Ее? Если он действительно доверяет тебе, то не нужно прятаться. Ты сейчас счастлива? Для вас имеет значение, счастлива ли я? Хорошо. Как пожелаешь. Я уважаю твою линию. Мне не холодно. Мне жарко. Ладно? Спасибо тебе за твою заботу. Господин Мо попал в аварию. Где ты? Я за городом. Почему не брал телефон? Батарея села. Если все в порядке, то я вешаю трубку. Где ты? Все не может быть так, как раньше. Между нами нет любви. Юю, ты знаешь, что лучшего варианта не найдешь? Почему притворяешься сильно, раз тебе плохо? Не твое дело. Ты все еще злишься? Прости меня, ладно? Не стоит, мы расстались. Я сегодня в плохом настроении. Останься со мной. Владелец соседней комнаты пожаловался на шум. Господин Мо? Так значит, это вы жаловались на меня? Каждый раз появляешься по-особенному. Ты ведь избегаешь меня, да? В этом нет необходимости. Я помню, что ты не умеешь плавать, не так ли? Почему бы тебе не поплавать? Я не умею. А ты часто здесь? Отведите ее домой. Давайте. Кто разрешил тебе уйти? Кто разрешил? Мне нравится одна девушка. Она об этом знает. Сестра, я пришел на ужин. Могу я притвориться, что меня нет дома? Я не хочу идти. Если хотите разозлить, вы добились этого. Сцена ваша. Можете притворяться дальше. Ты выйдешь за меня? Конечно.